Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва». Сегодняшний рейд начался наш очень рано. Еще солнце не взошло, и мы вышли от маяк по Днестру вверх по течению. Зашли в Турунчук, и наша задача максимально быстро дойти до молдаво-украинской границы, вот отсюда. И потом уже потихонечку спускаться вниз и проходить каждый вот этот поворотик на реке и проверять наличие сетей. Но задача главная — это дойти сюда как можно быстрее, чтобы вот здесь обнаружить браконьеров, потому как есть сведения о том, что они здесь орудуют. Друзья, во время карантина по коронавирусу практически всегда приходится сидеть дома. Лишь изредка получается так, что вырываешься на короткую сессию рыбалки или с рыбоохранным патрулем в рейд. А дома сидим с женой, что делать? Ну, смотрим иногда наши старые фотографии, фотографии наших родственников. И знаете, многие из них уже давно-давно выцвели и потеряли свой вид. Особенно, когда в руки берут фотографии ребенок, то они и рвутся, и царапаются, и так далее. Поэтому с этой проблемой я решил обратиться к ребятам с фотостудии «Фотон», которые очень быстро решили мою проблему. Они практически оживили те старые фотографии, особенно наших дедушек, бабушек, те, которые были еще черно-белые фотографии. Они приобрели цвет и краску. Так вот, если у вас такая же самая проблема, как и у меня с фотографиями, то вы можете обратиться к ним по промокоду «Все для клёва», для подписчиков канала «Все для клёва». У вас действует скидка 30% на первый заказ. Поэтому обращайтесь. Буду рад, если вам был полезен. Ссылка в описании. Доброго дня! Рядом? Забыл. Это приспособление, что поднимать ветеря. Возвращаю. Порядок, документы. Все, добрый. Добрый день. Здравствуйте. Добрый вечер. Рыбалка или не рыбалка? На рыбалку только. А что у вас у вас значит? Где вы это рыбачите? На Днестре. Дрочил нету? А? Дрочи. Какие дрочи? Ну какие? Тройник. Все хорошо. Мы не занимаемся этим. Нет, да. А ну, кошку разматывай, давай. Здравствуйте, ребята. Сетей нет? Нет, смотрим ваш канал. Все нормально? Поможете отсветить, что подслужил, успелся на 6 грамм. Да, не порвалось? Не, нормально все. Все, все хорошо. Что, глянем тут? Давай, так вот там, да? Где, Надя? Ерик после второго понтонного моста. Троицкий мост. Троицкий мост, да. О. На рыбинку отпустите? На, сейчас карпушу. Это что, карпик, да, маленький? Наша задача была дойти до границы Украины с Молдовой. Мы дошли по Турунчуку и теперь тихонечко спускаемся вниз с кошечкой. И уже никуда не торопимся. То есть хотелось сразу с утра, с 5 утра поймать какого-то браконьера вверх по течению, но никого мы не поймали. Поэтому уже не спеша, потихонечку будем уже обходить каждый поворотик с кошечкой и собирать браконьерские сети. Есть у нас пока один улов, вот такой ятерь, но это пока только один. Посмотрим, что будет дальше. Уже оживает природа, вы смотрите, уже начинает зеленеть деревья, почки уже набухли и уже вот все уже просыпается.
и расцветает. Красота. Если представляешь, что будет через пару недель. Ребята, поймали карасика. Народу очень много. Такое ощущение, что карантина нет. Все на рыбалке. Всем хочется поймать рыбы. Вот мы зашли в Тихий Трунчук. Меня как-то подписчики спрашивали, где можно половить на поплавок. Вот здесь, по-моему, идеальное место. Народа много. Все сидят и получают кайф. Кошкой тралим по дну. Но что-то пока ничего нет. Это мы идем, получается, с Тихого Трунчука. Идем вниз по течению. Короче, мусор один, бля. Леточка есть. Отлично. То есть у нас уже тут кое-что. И вот у нас следующая сетка. Я так понимаю, что тут поводовать. Возможно. Ух ты, какой сомик. А ну. Ты много нож, да? А ну. Все? Красавчик. Да, живет, сомик. Живет большой, большой. Давай, дорогой. Так, ну что ж, снимаем сеть. Уже любитель какой-то кидал. Тут кто-то пытался ловить хищника. И забудал, кто в этой сети. Видите? Рак, 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 рак. Вон рак. О, лещик хороший. Ставлю. Да. Даем. Ушел. Вон, смотрите. Макушатник зацепленный. Долго стоит сеть. Но все равно хотя бы леща освободили, рака и сомика. Это уже хорошо. Так, ну что, по-моему, еще одна сеть.
очередная. Рыболовка. А, рыболовка? А, о, то тут их много, смотрите. Прикольно. Прикольно. Ну, в принципе, недалеко отошли от моста понтонного. Это второй понтонный мост Троицкого. И вот рыболовки стоят. Смотри, сука, малька в ней. Рыболовки. Капец какой-то. Так, ну что, будем считать количество этих, да? Рыболовок. Так, первое. Для ножа. Это уже рыба вся уже мертвая. Вот ранечку одну. Мы ее не вытащим. Ножа. Ну нож. Так, первая рыболовка есть, да? Так, вторая. Да. А воняет она, елки-палки. Вот уже стоит. Скажу, целый год, видать, стоит. Так. Поверну. Надо вам туда за. Третья. Ёлки-палки. А тут сколько рыбы, блин. Давай сразу, может, полезем, чтобы я сразу высыпался. Стой. Пошел вперед. Тут как все открывается. Ага. Высыпай. Четвертая, пустая. Пятая. Да, сегодня хороший улов. Так, седьмая. Что, все? А, нет. Две. Восьмая, девятая. Там даже жаба бедная. Десятая. Он раки. Да, сразу. Дело в том, что тут бачка три веревки. А? Видишь, одна у него, одна просто одна тут. Финалы, да? Ну, два хозяина. Одно надо веревки. Thank you.
Да, вот это да. Вот это у нас уловчик. Бля, давно такого не было? Давно. Опа! Что там? Не, все нормально. Сильно близко к берегу не подходи, потому что там сейчас зацепимся за удилище любителей. Сейчас колокольчики все стянем. Да, сейчас всех сразу начнут клевать. Здесь, стой. Судочка отпустим. А пусть снимает. А, у вас свой YouTube канал? Да, да? Да я думал, может, какой-то браконьер снимает. Хрен его знает. Сейчас, сейчас, вперед, вперед. Ну давай, судачок.
Да, сетей, раколовок. Это все вот так вот, друзья. Из-за того, что браконьеры чувствуют свою безнаказанность, из-за того, что штрафы вот за это все минимальные, понимаете? Сколько мы уже пытались продвинуть нашу петицию на имя президента об увеличении штрафов за использование и продажу браконьерских орудий лова, но ВОЗ и ныне там, как говорится. К сожалению, очень мало людей подписали нашу петицию, но время еще есть, так что если вы не безразличны, что если вы видите вот этот мусор и считаете, что так не должно быть на наших реках, подпишите петицию, пожалуйста. Еще ближе есть, да? Ну вот мы тут что-то, сейчас что-то тянем, сейчас посмотрим, что тянем. О, подожди, стой, 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 тут у нас какие-то ятеря, блин. О, о, хорошо. Да-да. Ой, вот пока. Вон где такой пару деревьев вот так вот здесь, ну типа. Вот в этой, где камыша, по-моему. Ну то есть ближе к тебе, да? Да, ближе ко мне. Вот эту лодку, которую обойдете, и пойдете сюда ближе, ну, там будет точно, вот там. Угу. Я тебя понял, хорошо. Вот такой судочок, смотрите, да? Красивый. Чья рыба? Ты ставил сеть? А? А что говоришь тогда? Давай рыбу вынесем. Добрый день, Александр. Приветствую. Так, результатом нашей работы сегодняшние вот эти сети. Плюс вот эту сеть вытащили промышленную, вот у нас биркой. Дело в том, что просто она намоталась на винт мотора, поэтому пришлось ее вытащить. Это такой мусор. И раколовки. Вот они сушатся, лежат. И рыбный ятер вот этот. Я еще раз хочу сказать спасибо большое всем неравнодушным людям, которые в нашем вайбер-сообществе «Все для клёва Днестр» подсказывают нам, где стоят эти сети, где стоят раколовки. И благодаря этому наши риды эффективны, что мы не ищем там по всему Днестру с кошкой по дну не шкребем, а знаем точечно, куда нужно прийти и где эти вещи стоят. Поэтому подключайтесь к этой работе, друзья, и помогайте нам очищать наши реки от этого мусора. Друзья, и в конце хочу напомнить вам о том, что есть петиция наша на имя президента Украины о увеличении штрафов за использование и за продажу браконьерских орудий лова, запрещенных орудий лова. Поэтому прошу ее поддержать. Ссылка в описании к этому видео. На этом наш рейд закончен, друзья. Встретимся на рыбалке. Всем удачи, всего хорошего. Пока.